Я думаю, что надо защищать себя и близких. В автобусах большая угроза заразиться вирусом. Толпимся каждый день. Я в автобусе езжу только в маске. Пока не боюсь заразиться. Да нет. Я всегда в маске хожу. А остальное меня не волнует. Мы никуда не ездим. Дети нам все покупают. И ей, и мне. Многие не соблюдают меры безопасности и болеют. Надо относиться к этому серьезно. В автобусах могут в первую очередь дети подхватить вирус. Надо как-то это учитывать. Сейчас и маски не спасают. Зачем их носить, когда транспорты забиты до отвала? Всегда хожу в маске, хоть и редко езжу, но боюсь заразиться. Надо себя беречь. Немаловажную роль играет поведение граждан, в числе которых есть те, кто игнорирует необходимость ношения масок. Как правило, они считают, что, судя по толкучке в салонах автобусов, никакая медицинская маска помочь не может. На сегодняшний день на территории города функционируют два перевозчика. Это то автопарк и то ФАТП. Ежедневный выход автобуса на линию составляет 250-270 автобусов. Выдано уведомление в адрес перевозчиков на предмет увеличения подвижного состава и сокращения интервала движения. Также дано поручение перевозчикам обеспечить персонал масками и перчатками. Производится мониторинг на остановочных пунктах, выявляются моменты, где водители сидят без масок, без перчаток. Там же и добавили, что в ближайшее время график работы общественного транспорта потерпит изменения. Если на каждом маршруте добавят по несколько автобусов, то интервал ожидания уменьшится, а по выходным дням время движения будет ограничено. Тамири Шумабаева, Алексей Уразов, Жаслан Жубаев, программа «Факт».